какой-то шарикоподобный вариант, да, один. И делаем наверх ему. Делаем наверх ему такую штуку. Приминаем, он потом поднимется, и они забавно так. Но рецепт на такие шарики лучше, конечно, делать с натуральным молоком. А я предлагаю декорировать самым простейшим способом. Мы, когда шарики будут сделаны, мы сделаем из них небольшие овалы, а потом, когда положим на листы, просто до конца, ну, сейчас сильно я продавил, на листах так не будет, не смеяться, поручик. Просто я сильно надавил, можно делать вот так. Они получаются очень красивые. Четыре. Можно делать, ну, две проще. Я сторонник того, чтобы как можно меньше процедур с тестом делать, потому что это все рабочее время. Можно делать вот так вот. Один край надрезал, второй край надрезал. И чуть-чуть потянул. Ну, то есть разные варианты с этой, просто с надрезкой. Мне вот такие все время нравились, когда делаешь батончик, словно говоря, и надавливаешь три раза. Время получается как мини-батон. Вот. Но, а, но больше народу больше всего нравится. Вот эти, про которые вы засмеялись. То есть вот эти все равно так вот продавливаешь, но до конца не прорезает. И вот так развернет. И еще раз, да? Не, можно не делать. И мы делали как? Когда уже из печки достаем, чуть-чуть остынет, мы одну половинку или серединку посыпали сахарной пудрой. Угу. Смотрится обалденно. Ну, это просто обычная булка. Но вот тут очень такая хорошая рецептура, она будет вкусной сама по себе. Просто когда вот самое главное так надрезаешь, надламываешь, нет никакой опасности, что булка в середине не пропечется, а сверху не сгорит. Тоже хитрость такая небольшая. Ха-ха-ха. Ну, здесь не получится, потому что надо посильнее. Но, в принципе, ее должно развернуть очень сильно, выйдет, когда слегка раскатал, потом развернул. Скажи мне, помните, вы где бокруг? А вы какие-то названия думаете? Ручка, московская, Уже свою технологию придумывать, да, и все. Мне потом скажут. По секрету. Там уже... Помятил, все ты перерывал. А гараж, ты здесь? А что, где? А вот машина, которая даст универсал, делает это одним движением. А может брыцель сделать? А мы делаем сразу булочки на листы. Я же просто вырезал. Вот это так забавно их раздувает, потому что скручено в одну сторону, а потом это брыцель. Брыцель. Ох, у меня это самый мой технолог брыцель делает. Вообще красота. Кстати, тесто вернулось в нормальное состояние, хоть оно и было жидковатое вначале. Если поставишь, то на кулаку сейчас. Да? Да ничего, поболчал. Надо же не так. Надо вот так. Вот так. Так, наверное. Я чую, если нет. Леша, я делал следующую. Беру булочку вот так, раскатываю. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Гантели. Вот. Вот получается так, а потом вот беру. И сам. И все. Нет, не поняла. Ну-ка.
Еще раз. Сделали цилиндр. Вот так. И начинаем здесь делать. Как готовить. Вот она получилась, и берете сверху. А сверху? Да. Она потом чпок, поднимется. Ну, так, чтобы вы, в принципе, тот, который вы показывали. Вот это тот другой продукт. Это... Но надо, чтобы оно постояло перед этой формулой. Да. И там более знаете, дорогое тесто берешь. Ну, кстати, тесто хорошее получилось. Очень странно. Что за писюн? А? Что за писюн? Всяко смеялись, да? Он же у нас умница. Везде он все умеет. Он показывает вам писюн. Так вот связываем. И вот такая вот булочка. Это потом... Это... Птичка. Точно птичка? Да. Сколько нам получится? 100. Вы сказали, 6 по 3 минуты. А вы, кстати, маслом их не намазали? Нет. Нет, наверное, еще так. Да, я не знаю. Мазали, мазали. Мазали, ну, мазали? Ты? Ва, или ты просто обтирала? Просто обтирала, да? Посмотрите, Саня, там сколько времени? Раскатываем цилиндр, складываем не до конца пополам, прижимаем здесь, берем шарик, делаем надрез здесь, здесь и разворачиваем. Пермский звериный стиль. Медведь? Ну, этот не получился. Это этот, как там в зоопарке написано «Самый страшный зверь в Пермской области»? На Ростоке. Кроссовки, как у медведя. Кроссовки, как у Димона? Я вам не Димон.